Уютный дом. Здравствуйте, это программа о том, как сделать ваш дом не только уютным, но и красивым с помощью новых технологий. Сегодня мы поговорим о фасадном декоре. В нашей студии руководитель отдела продаж компании «Стиплекс» Вячеслав Царюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с истории декора. История декорирования зданий уходит далеко в прошлое, во времена Древней Греции. Не чуждо стремление к украшению домов и в царской России. Посмотрите на исторические центры наших городов. Прогуляйтесь в центре Кирова по Московской, Преображенской и Спасской. Вы увидите очень уютное малоэтажное каменное здание 18 и 19 века с красивыми наличниками окон, карнизами и другими элементами. Что такое фасадный декор? Это лепнина, от слова лепить. Раньше лепнину выполняли из кирпича или камня сразу при строительстве стен. Затем декор штукатурили и красили в другой цвет, отличный от фасада. В итоге это смотрится очень красиво и дорого. Конечно, это из разряда тех вопросов, которые лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но я надеюсь на воображение наших слушателей. Сейчас можно построить обычный дом с совершенно плоской стеной, безо всяких конструктивных изысков, а элементы фасадного декора добавить уже после того, как стены полностью готовы. А можно поподробнее, каким образом будет держаться декор на стене, если она уже готова? Мы изготавливаем декор из специального фасадного пенополистирола «Стиплекс» ППС-16F. Сначала вырезаем необходимый профиль, а потом наносим на него специальное защитное финишное покрытие из эластичной фасадной штукатурки. Это ручная работа? Уже нет. Все процессы выполняются на оборудовании с компьютерным управлением. Оно обеспечивает идеальное соответствие геометрическим размерам и однородность нанесения защитного слоя. К стене такой декор легко монтируется на пластиковый дюбель и специальный клей. Насколько это надежно, точно не отпадет? Пенополистирол сам по себе прочный и очень легкий материал, поэтому не нагружает стену, а современные виды клеев обеспечивают надежное крепление. Защитное покрытие декора слоем специальной штукатурки от 3 до 5 мм создает иллюзию натурального камня. Такому декору не страшны осадки, и он пожаробезопасен. То есть таким образом можно украсить обычный загородный дом? Да, конечно. Используя наш фасадный декор, вы можете превратить вполне заурядную коробку дома в изысканный особняк 19 века. Красиво выделить входную группу и оконные проемы, добавить межэтажные карнизы, рустовые камни и, возможно, даже барельеф. Вы не узнаете после этого свой дом. Это дорого? Это намного дешевле, чем декор из камня или гипса. Цена зависит от сложности и размера изделия, от 300 до 1000 рублей за погонный метр, плюс монтаж. Но, поверьте, оно того стоит. Это не очень дорого, но очень красиво. Если наших слушателей заинтересовала тема фасадного декора, что надо сделать? Зайти на сайт компании «Стиплекс». Нас можно легко найти в интернете по названию «В тему фасадный декор». Оставить на сайте заявку, и мы обязательно с вами свяжемся. Или можно просто позвонить нам по телефону 51 77 70 и 51 77 71. Уютный дом.